Доброе утро, добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, когда включили свои компьютеры. Сегодня у нас в гостях не гость, как это часто бывало в последнее время, а гостья. Причем гостья замечательная, не только красивая женщина, но и, заметьте, кандидат биологических наук. Биологических я ничего не перепутал. Да. Биологических наук, чемпионка России по бальным танцам, судья международной категории Вероника Бутузова. Вероника, привет. Здрасте, очень приятно. Итак, вот ты мне скажи, пожалуйста, а как, ну хорошо, ладно, я понимаю, бальные танцы, это, да, судья, это у меня хорошо в голове монтируется, а кандидат биологических наук, вот как вот это? То есть для меня кандидат биологических наук, это что такое, в очках, телескопах такой, в застиранном халате, да, но никак не женщина, модель или нет? Дело в том, что я занималась танцами, нагрузками физическими, да, и спортом в том числе всю свою сознательную жизнь, начиная там с лет 7-8, и прекрасно понимаю, что такое есть нагрузка, потому что я была перворазрядником в легкой атлетике, откуда я, собственно, параллельно и пришла в танцы. И понимала, что энергоресурсы, мышечные нагрузки, психосоматическая составляющая, многое-многое-многое в танцах, они настолько же, насколько и в других видах спорта. Сравнимы с легкой атлетикой, там, с бегом, с прыжками в длину, в высоту, да, с футболистами, с хоккеистами и так далее. И когда я становилась там, чемпионкой России, призером России или участницей международных турниров, мне приходилось танцевать много-много отборочных туров. То есть привести себя в кондицию физическую, силовую нагрузку, дыхательную нагрузку, да? Помимо того, что должна быть гибкость, координация развита, музыкальность, да? То, что присуще именно нашему виду спорта. Так вот, когда я закончила танцевать, начала преподавать, в тот момент я занималась созданием школы, набором спортсменов и так далее. У многих людей возникали ко мне вопросы. У меня он возник у самой, прежде всего. Вид спорта становился на ноги. Он вошел в состав Министерства спорта, в олимпийскую семью, в неолимпийскую семью. И когда мне говорили, да что там ваши танцульки? Вот я прихожу, рассказываю, говорит, да ладно, вы там кривляетесь все, смешно даже вот о вас говорить. Вы вот в ДК культуры танцуйте на сцене у себя и танцуйте. То есть из пласта культуры танцевальный спорт перешел в пласт спорта. Мы перешли из одного ведомства культурного в ведомство спортивное. В этот момент как раз я даже перевелась, я тогда была студенткой нашей Академии культуры. Я после окончания первого курса была переведена специально, чтобы у меня было спортивное образование, в Академию физической культуры и спорта. Моя тема кандидатская была таковой. Насколько бальный танец можно сравнить с другими разными направлениями физической нагрузки. То есть борьба, ты решила доказать и документально? Я решила доказать себе и доказать тем людям, с которыми мы встречаемся, что это действительно спорт, тяжелый спорт, энергоемкий спорт, да, затратный, и что каждый спортсмен имеет право получить и мастера спорта, и кандидата спорта, занимаясь этим всю жизнь, идя постепенно-постепенно, проходя череду турниров, состязаний, титульных турниров, отборочных и так далее. И вот я набрала группу ребят, с которыми 3 года мы занимались как раз нагрузками. Как раз это был период пубертатный у детей, возрастной период, который очень важен. Как они растут и как влияют на них нагрузки. Ну вот это и была тема моей кандидатской, которую я в Тюмени успешно защитила. Это было очень, ну, интересно, это было трудно, потому что я этим раньше ведь не занималась тоже, да, там и биохимический состав крови как меняется, и что и как. Вот. Но самое веселое, было доказано, что мои спортсмены, наши спортсмены, вот, бальники, были признаны профессурой, которая сидела и принимала, вела диалог со мной во время защиты. Некий термин, который меня веселил всегда. Наши спортсмены были названы узкогрудыми. Вот. А все остальное я подтвердила в своих изысканиях, что действительно мы в полной спортивной семье являемся равными по физической нагрузке и состоянию. как вид спорта? Ну, вот, насколько я понимаю, да, вот недавно разговаривал с мужчиной, который плаванием занимается там всю жизнь. У них спортивная жизнь-то недолга, к сожалению. То есть 35 и все. И ты на обочине, и как бы и ресурс организма истрачен достаточно. Но у вас, я так, насколько понимаю, вот даже на Кубке Губернатора и вот на рейтинговых турнирах заявлены там от 45 лет, насколько я понимаю, спортсмены. Да, я правильно понимаю? То есть от 45 и выше? Есть такая группа, в Минспорте РФ они называются ветераны, а в Международной Федерации Танцевального Спорта они называются сеньоры. И у нас существуют сеньоры 1, 2, 3 и 4. Вот 4 сразу, вот по-тяжелому. Дело в том, что я судила в Бельгии, в Антверпене буквально 4 недели назад чемпионат мира по сеньорам 4. Но сразу хочу сказать, что сеньоры – это не спорт высших достижений. Так же, как и в плавании, о котором сейчас ты сказал, 35 лет для нас это достаточно уже предел у любого спортсмена. Да? Любой организм изнашивается при больших нагрузках. Мы знаем, что спорт имеет свои возрастные ограничения. Группа сеньоров – это группа тех людей, которые не принимали ранее участие в спорте высших достижений. То есть это не национальные чемпионы своих стран. Это люди, которые пришли в спорт позже, чем все остальные, и делают это с теми же нагрузками, да, при том же вкладывании своего ресурса физического, там, морального, материального, но они как бы являются любителями, не являясь ранее профессиональными спортсменами. Вот что такое у нас называется ветераны или сеньоры. То есть правильно я тебя понимаю, что когда я уже там уже с палочкой, там вот это вот все, это есть шанс. Но они на самом деле очень мощные. Вот сеньор 1 – это возраст 35-45 лет. Это вполне цветущие, молодые, красивые тела. Сеньоры 2 – это 45-55, сеньоры 3 – это 55-65, и вот сеньоры 4, которых я судила, их было 96 пар в Бельгии, это 65 и старше. Круто. Но при этом разрешено одному из партнеров в паре быть на 5-7 лет моложе, старше, высшей границы. То есть, допустим, может быть, мужчине уже 66, а девушке его 60. И тогда это смотрится гораздо свежее, все бодрее и как-то даже динамичнее. Хорошо, а вот сейчас у нас Кубок Губернатора и прям там целая череда турниров. Сколько, 3000 выступающих у нас будет, да? Ожидаем, поскольку у нас есть несколько титульных турниров, которые привлекают, конечно же, внимание участников, спортсменов, которым нужны рейтинговые очки, нужны звания, нужны титульные свои звания. У нас проходит первенство города. У нас проходит первенство округа, у нас проходит национальный рейтинг нашей страны по взрослым, и у нас проходит 4 мировых рейтинга в категории молодежь и взрослые. Я так понимаю, да, что если мы хотим побороться за проведение тут у себя чемпионата мира, мы же конкурируем с городами типа там Гонконг, Вена, да, и тут Челябинск в этом ряду. Есть шанс? Да, заявки подаются от разных национальных федераций, разных стран. У нас шансы все есть, потому что город себя зарекомендовал с наилучшей стороны с точки зрения спорта. Те проведенные мероприятия высочайшего уровня, которые проведены с большой точностью, аккуратностью, организованностью, приемом, это все создает определенный имидж у нашего региона, у нашей области. Конечно же, и дзюдо Европа и мир – это первый огромный шаг большой, да. И Лига КХЛ, которую принимали нас, у нас был драфт, у нас было и звезды КХЛ, и Кубок мира по водному полу среди мужчин шикарный, который прошел, и последний Кубок мира по сноуборду, и фигурное катание, первенство страны, которое мы видели, и о котором очень хорошие отзывы и у Горшкова, и у Зайцева, и у всей Федерации по фигурному катанию. Думаю, что сюда мир как раз-таки предпочтительнее будет отдать, чем куда-либо еще, потому что создана инфраструктура, есть команда, которая занимается этим очень профессионально, созданная при правительстве Челябинской области. Это, я считаю, очень хороший ресурс. Есть площадки шикарные, да, спортивные, есть базовые отели, где могут жить и прием спортсменов, и делегации высокого спортивного уровня мировых. То есть это все создано, это все прошло пробацию, это все работает в хорошем режиме. Поэтому качество мы гарантируем. А вот скажи мне, пожалуйста, вот я понимаю, допустим, ну уж раз о пловцах говорили, вот плывет пловец, вот у него фотофиниш, вот он там на 10-ю долю секунды раньше там бортика коснулся, все, аллилуйя, он чемпион. Но ведь, а как у вас с измеримыми критериями оценки спортсменов? Ведь все-таки здесь же не поймешь, чего больше, спорта или эстетики. Как вот ты как судья, как ты оцениваешь? В чем сложность? Я как судья, вот наши три вида спорта, о которых я уже сказала, фигурка, да, фигурное катание, художественная гимнастика и танцевальный спорт, они близки, они сродни. Поэтому мы как бы движемся вместе и берем с них пример. И в плане оценки наших соревнований тоже в том числе, потому что это олимпийские виды спорта, у них есть уже достаточно большой опыт проведения данных соревнований, оценки. Вот, там тоже нет метрической системы координат, там тоже нет секунд, нет метров и так далее, да. Создана система, по которой высчитываются баллы. Каждый судья из 13 или 11 заявленных судей имеет свой критерий, на который оценивает только он, куда входит 5 основных критериев, разработанных Международной Федерацией. И все судьи мировые, которые имеют лицензию мирового судьи, проходят очень серьезную подготовку именно для участия в таких соревнованиях. Твоей школе уже 15 лет в этом году. Я понимаю, что трудно объективно оценивать, когда ты всю душу в 15 лет туда вкладывала, но вот по-честному, вот так вот, каковы шансы вот у наших ребят на предстоящих турнирах? Сколько мы можем себе... На которых будут вот сейчас 9-10 апреля? Ну, ты можешь и про мир, конечно, сказать. 9-10 апреля мне очень приятно, что приезжают наши национальные чемпионы сюда, в Челябинск, вот на мой турнир, с которыми мы дружим. Возрастной категории юниоры, молодежь, финалисты страны, возрастные призеры страны в категории взрослые. Что касается челябинских спортсменов именно, да? Я хочу сказать, что не без гордости причем, что очень высокий уровень у нас на Урале. У нас есть чемпионы национальной нашей страны в категории «Дети-1», 7-9 лет. Они из нашего клуба. У нас были чемпионы нашей страны, которых мы воспитали в категории 10-12 лет. Они из нашего клуба. У нас есть в прошлом году чемпион России, который представлял Россию на мире, и был там второй, представляющий клуб «Виктория» в категории «Юниоры-2». 14-15 лет. То есть это все уровень челябинских спортсменов. Мне кажется, у нас очень неплохие шансы. Я так думаю, и даже я в этом уверена. Ну, основываясь на тех результатах, которые я вижу на национальных первенствах, на международных турнирах в России и за рубежом. Наши челябинские спортсмены часто выезжающие в Европу, то есть это не пары, которые только формируют здесь свой рейтинг внутренний, уральский, либо национальный. Пары, которые стоят на высоких местах рейтинговых мировых таблицах. А сколько ты вообще чемпионов воспитала, вот так, примерно, за все это время? Может? Ну, разного ведь уровня. Ведь детишки, они все настолько разные, что каждому завоевать свою планку – это очень важно. И важно быть чемпионом, например, одного своего турнира, да, внутреннего, областного, челябинского. Можно быть чемпионом округа и турниров округа чемпионом, да, и настолько хватает сил, возможностей, выносливости, выездных способностей материальных там и родителей, да, это тоже немаловажный фактор. Есть высокий потенциал и сразу высокая планка, когда мы понимаем, что уровень заложенных генетически возможностей ребенка, физических данных, внешних данных, он позволяет двигаться вперед гораздо большими шагами. Поэтому назвать количество чемпионов не очень просто, потому что чемпионаты проходят каждую неделю. И ты можешь стать раз в год чемпионом округа своего, а можешь быть, допустим, третьим на округе или четвертым, но еженедельной практикой турнирных выходов ты можешь быть чемпионом разных совершенно турниров. В Москве, в Тюмени, в Екатеринбурге, в Омске, в Оренбурге, в Нижнем Новгороде, то есть участвуя в разных турнирах, ты можешь стать чемпионом этих турниров. И только в сумме ты по рейтингу набранных баллов поймешь потом, у нас существует, естественно, да, рейтинг пар лучших. Ты можешь весь год стать в таблице лучшим, допустим, российской или уральского округа, но при этом не быть чемпионом своего округа. Вот, потому что только из суммы многих турниров, 10, 15, 20, сложится твой рейтинг. И это, на мой взгляд, гораздо важнее, чем стать единоразово чемпионом или поддерживать свою форму целый год. Стабильность – признак мастерства. Конечно. Или, допустим, я горжусь тем результатом, когда пара входит нашего клуба в топ-состав 50 лучших пар мира или 24 лучших пар мира. Это очень важный результат. быть в 50, там, в 20, в 30 лучших пар мира и держаться в нем в течение года. Это не означает, что ты чемпион своей страны, но это означает, что ты держишься в лучшем топе этих мировых пар. То есть ты ежемесячно, еженедельно своими стартами подтверждаешь, что ты в форме, что у тебя технические кондиции хорошие, что у тебя работа хорошая, тренерская у тебя. То есть вот эти моменты тоже важны. Поэтому количественно можно назвать, вот было у нас, вот столько было мастеров спорта воспитано, статистика окей, вот столько КМС воспитано, статистика окей, вот столько чемпионов округа, причем в возрастах разных, дети, юниоры, молодежь, взрослые, тоже есть, подведено. Конечно же, нам это интересно и важно, потому что мы же спортивная школа, и в спортивной школе важно только первые 3 призера, все остальное не важно, правильно? Медаль есть, все, ты молодец, это тебе оценка 5. Вот. Поэтому вот для меня этот вопрос, он очень такой объемный. Хорошо, тогда скажи, какой ты нам сюрприз? То есть всем любителям бальных танцев готовишь на следующей неделе, вот кого ты привозишь? Поездив по Европе и по миру, я понимаю, что воспитать чемпиона своей страны невозможно в отдельно взятом небольшом провинциальном городе. Ну да, как-то странно было бы. Для этого нужно, чтобы спортсмен был знаком, подкован технически, наполнен знаниями и умением их донести, показать до судьи и до зрителя с теми лучшими специалистами, которые уже достигли чего-то, которые сами успешные, созревшие личности, достигшие самых высших побед в мире. Мне это всегда нравится, когда дети берут лучшее у лучших. Ты должен быть в среде самых успешных, тогда ты будешь прогрессировать всегда. Да? Даже не в среде себе подобных или более слабых, а именно всегда смотреть чуть выше, чуть выше, чуть выше. Поэтому в этот раз я пригласила в наш клуб 6-кратного чемпиона Америки, 3-кратного чемпиона мира, очень востребованного специалиста. В данном случае он по шоу-программам специализируется, режиссера таких шоу успешных, причем такое «Энд Америка», как бы, да, как с другой немножко ментальностью. Это Максим Кожевников, он долгое время прожил в Америке, хотя он, естественно, наш русский. То, что в Америке танцуют хорошо очень только русские, либо славянские народы, которые туда переехали. Он приезжает для того, чтобы сделать несколько шоу, мы готовим несколько шоу на чемпионаты страны с нашими спортсменами, также сделать шоу для нашего ансамбля. Есть такая тим-команда по шоу-программе, которую вот он будет как раз отсматривать и делать им шоу, потому что у нас есть такая идея очень интересная, мы ее уже осуществили, но нам нужны некие корректировки. Мы сделали номер, который называется «Цирк Дю Солей», как мы его видим, с помощью наших средств хореографии, нашей бальной хореографии «Цирк Дю Солей». Мы его тоже будем презентовать на нашем чемпионате. И он будет давать, конечно же, мастер-классы для лидирующих пар, тех, кому это нужно, кому это нравится, у кого есть желание. Вот. Он очень интересный человек, поэтому вот будем учиться у него. Ну что ж, теперь вы знаете, что бальные танцы – это не только красота, но довольно суровый спорт, требующий недюжинных волевых качеств и недюжинной физической подготовки. Ну и, собственно говоря, все это вы сможете посмотреть, когда придете на Кубок Губернатора, который у нас состоится в Дворце спорта «Юность». Там уже закрывают лед паркетом, насколько мне известно. Так что приходите, посмотрим, как это все будет 9-10 апреля. Вот праздник красоты. Пока-пока.